Всем привет, с вами Артур, и у меня в ремонте джип Компас. Итак, будем делать перед. Капот поврежден, крылья повреждены. Причем бампер уже стоит новый, тайваньский. Вот в таком состоянии она ко мне попала в руки. Это переднее крыло тоже немного повреждено. Его можно сделать, но клиент захотел все менять. Естественно, все меняется. Итак, и теперь повреждения изнутри. Итак, как видим, подушки двигателя согнуты. Одна, вторая. Что свидетельствует, лонжероны не на месте. Ну и сами подушки тоже, естественно. Но для начала, естественно, я снимаю размеры, чтобы знать, куда тянуть, сколько тянуть и зачем тянуть. Измеряю диагонали, но и высоту, чтобы потом знать, что дальше делать. После измерений я начинаю ремонт. Для начала опускаю левый лонжерон. Он стоял чуть выше, чем надо. Ну и измеряю до пола. Как измерять? У меня есть видео. Можете смотреть. Ну а теперь вытягиваю боковинку вместе с рамкой для фары. Она оторвалась от сварки, ее нужно поставить на место и приварить. Тут я все вытянул, теперь натягиваю вниз рамку для фары, чтобы в этом месте приварить. Здесь, естественно, надо приподнять. Привариваю. Конечно, с этими рамками на компасах небольшая байда постоянно. Если чуть-чуть не удара, не кривится, и потом нужно их подгонять. Итак, рамку приварил, и теперь выравниваю боковую подушку двигателя. Очень просто. Домкратом упираюсь и выравниваю. Теперь понемногу кручу все передние части, чтобы примерить замки, капоты и все остальное. Заодно измеряю все диагонали, и если надо, их немного подтягиваю. Ну а теперь, когда там все сделал, нижнюю рамку надо выровнять. Точнее, балку нижнюю. Больше на раму похоже. Поперечину, так скажем. Вытягиваю, подстукиваю заломы. Обратно вбиваю металл. Ну и на этом как бы все, вот она уже
ровная, лыжу прикрутил. И теперь прикручиваю подушки двигателя. Это передняя стоит ровно. Это боковая, которая была кривая, тоже стоит ровно. И теперь поставлю радиаторы. Предохранители, коробку. Впрочем, ну, собираю все, чтобы мне по 10 раз потом не разбирать, не собирать. И чтобы можно было двигаться на этой машине. Поставил радиаторы и примеряю капот. Его тоже надо немного подкорректировать. Чуть-чуть подтянул за петли, чтобы он ушел в бок. И чуть-чуть верхнюю раму фары, чтобы само крыло ушло немного в бок. Примеряю. Все вроде бы на первый взгляд хорошо. Я начинаю прикручивать замки. Оп, закрылся. Все нормально. Прикручиваю замок до конца. И открылся. Теперь примеряю фары. Вот, правая встала сразу в свои места. Как бы все нормально здесь. Но по-другому не должно было быть, потому что та сторона не была сильно повреждена. По идее, все там должно было встать изначально нормально. Теперь примеряю левую фару. Примеряю. А она немного не подходит. Зазоры плохие. И во все крепления попадает. Ну, естественно, я корректирую нужные мне места, чтобы фара встала на место и были нормальные зазоры. Ну, не забываю смотреть капот, потому что подтягиваю, потом могут уйти другие зазоры. Примеряю фару. Опять корректирую. Так до тех пор, пока фара не встанет на место. Подтягиваю, подстукиваю. Смотрю зазоры. Прикладываю фару. Фара стоит. Сейчас здесь все нормально. Прикрутил фару. И теперь примеряю бампер. Но бампер будет стоять без боковых пластмассовых, еще пока нет. Но и так, в принципе, будет все видно без них. Если он без них хорошо будет стоять, то и с ними в большинстве случаев стоит хорошо. Ну вот, работы с металлом закончены. Вот про эти пластмассы, которые держат бок бампера. И теперь осталось только этот автомобиль покрасить и собрать. Ну, естественно, дать клиенту. Но зашпаклевал, загрунтовал и начинаю красить. Покрасил, осталось только собрать. Итак, машина собрана. И, как видите, все прекрасно. Такую я и подавать ленту. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Пока!